Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте закричим аллилуйя нашему Богу! Аллилуйя! Живой наш Бог, и мы воскресли в нем. Он
ты живой, Господь наш достоин славы всей. Он спать победил, и жизни моей, и твоей я верю чудеса. Он воскрес, Господь наш воскрес, вовеки живой наш Бог. И мы воскресли в нем, Он нам подарил небеса, где всегда мы будем видеть и славить Его. Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки. День сегодня удивительный. Бог послал нам великую радость. И мне хочется повторять снова и снова: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Вся природа ликует, воистину все дышащее славит Господа. Хочется вместе сегодня поразмышлять, кем для нас является Иисус. Христос – истинный свет. Дали ли вы возможность Ему себя осветить? Христос – Агнец Божий. Сняты ли Его жертвой ваши грехи? Христос – истина. Прислушиваетесь ли вы к Его голосу? Христос – единый путь. Идете ли вы по этому пути? Христос – пастырь добрый. Послушны ли вы Его голосу? Христос – воскресенье. Воскресли ли вы для новой жизни? Да, Пасха – удивительный праздник. Так что же сегодня видит каждый человек, думая о кресте? Я вижу грех, я вижу на кресте грех, побежденный Богом. Я вижу крест, на кресте любовь, пленящую мое сердце. Я вижу грех, побежденный Богом. Я вижу святость, не терпящую никакой тени греха. Я вижу могущество, превосходящее все преграды. Я вижу крест. Я вижу Христа, занявшего мое место на кресте и страдающего за меня. Дорогой друг, у кого нет времени смотреть на крест и распятого Христа на нем, у того не будет времени для вечной жизни со Христом. Да что ни говори, Пасха – великий день, и в этот день все поздравления только для Христа. У нас, друзья, порой такие лица, как будто бы Христос и не воскрес, как будто Он остался в той гробнице и не достигнет нам теперь небес. Сестра моя, что смотришь ты уныло, где радость твоя, брат? Скажи мне, Христос воскрес, Он не лежит в могиле, спасение подарив тебе и мне. Лишь осознание, что нас ожидает, хочу я радостно хвалу Христу воспеть, ведь Он так любит и не покидает. Как можно унывать там и скорбеть? Я понимаю, всякое бывает, и не всегда легко вперед идти. Но Иисус своих не оставляет, а продолжает на руках нести. Ты просто упади Ему в объятия, Ему доверься и вперед иди. И пусть еще так много не понять нам, Господь усмотрит, что там впереди. Нам нужно верить, горячо молиться, и пусть хвалу поют Ему уста. Чтоб радостью светились наши лица и отражали Господа Христа. Жизнь, она всегда побеждает смерть. И это Господь доказал на деле. Добро, оно всегда будет побеждать зло. Свет всегда будет побеждать темноту, и Христос доказал это своей жизнью. Аминь. Я поздравляю вас с этим светлым праздником и верю, что Христос, Он воскреснет в многих сердцах нашей страны. И тогда воскреснет и наша страна. И это обязательно будет. Аминь.
Жизнь расторгла узы смерти, Он воскресший, вовеки живой. Я шагнул, и Он ответил, и Его рука надо мной. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Выше неба и в долине Твое имя вознесу. У потока и в пустыне поклонюсь и благословлю. О, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Кто прекрасней, кто сильнее, кто сравнится, я не боюсь. Кто так близко, кто нежнее, сердце Бога хвалою коснусь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. О, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. О, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Жизнь расторгла узы смерти, Он воскресший, вовеки живой. Я шагнул, и Он ответил, и Его рука надо мной. Мой Бог живой. С воскресением Христовым вашим! Будьте счастливы! Подойти к Тебе поближе, ноги пригвожденные обнять. Дай склониться пред Тобой пониже, раны от гвоздей поцеловать. Ты висишь, висишь, стекая кровью, как свое создание возлюбя, что готов обнять своей любовью даже тех, кто распинал тебя. Я виновник всех твоих страданий, я виновник всех тяжелых мук. Я хотел своим признанием вырвать гвозди из прожженных рук. Я виновник всех твоих страданий, я виновник всех тяжелых мук. Как бы я хотел своим признанием прожженных рук, как бы я хотел своим признанием
спасенных рук. Подпевайте, кто знает. Я виновник всех твоих страданий, я виновник всех тяжелых мук, как бы я хотел своим признанием вырвать гвозди из пронзенных рук, как бы я хотел своим признанием вырвать гвозди из пронзенных рук, как бы я хотел своим признанием вырвать гвозди из пронзенных рук, вырвать гвозди из пронзенных рук. С праздником! Весть о чудном Христа воскресении я как дар драгоценный храню, и в тяжелые жизни мгновения я использую их как броню. Когда жизнь мне не кажется сладкой, неприятности ходят гурьбой, я, смахнувши слезинку украдкой, повторяю: «Спаситель живой! Он воскрес!» — говорю себе снова, пробираясь через груду камней, хоть та песнь о воскресшем не нова, становлюсь с ней намного сильней. Когда враг превозносится сильно, когда силы слабеют мои, шлет воскресший мне помощь обильно, и стихают все беды мои. Он воскрес, говорю я больному, хоть когда-то он сам умирал, исцеление сердцу больному наш Спаситель не раз посылал. Он воскрес, говорю я скорбящим, схоронившим родных и друзей, Он воскрес в облачении блестящем, и своих воскресит Он детей. Он воскресший Спаситель, Владыка, я Тебе поклоняюсь, Святой, за спасение подвиг великий, за дарованный мир и покой. Христос воскрес! Сын мой, как долго я ждал, зимы и весны, годы считал, ночью и днем за порог выбегал, я ждал. Я знал твои терзания души, я видел слезы в полночной тиши, там за стеной беспросветной глуши годы шли. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Абба, отче родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Грех — барьер, глухая стена. Грех — это бездна, пропасть без дна. Небо без звезд, а ночь так длинна, без сна. Грех произвел неприступнейший вал. Ты уходил, когда я взывал, руки свои к тебе простирал и отзвал. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой,
мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава отче родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Небо открыть единственный путь, отец, сын желает вернуть потерянный рай для тебя и меня. Вот в чем суть. Иисус, спасение, открытая дверь. Входи, человек, и живи без потерь. В царстве моем нет страданий и зла. О, поверь. Жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава отче родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Как же мне осознать то, что сделал Христос? В доме плача я жил и проклятие нес, но увидел открытую дверь пред собой, и услышал я голос: ты свободен, сын мой. Что сделал Христос, взял мой грех на себя, крест мой смертный понес, принял боль, принял смерть от таких же, как я, но страдая любил, умирая прощал. Нету большей любви, чем явил нам Христос. Нету жертвы сильней, чем Его святая кровь. Ты, Господь, исцелил мою душу от слез, и в пронзенных руках мне спасенье принес. И в пронзенных руках мне спасенье принес. Спасибо тебе, Спаситель Иисус, воскресший Господь. Спасибо тебе, спасибо тебе, Спаситель Иисус,
Иисуса нам подарено прощение, но в Его воскресении мы имеем обетование вечной жизни. Аллилуйя! И сегодня мы можем петь: «Я живу, чтоб славить! Я живу, чтоб петь Ему и возвещать великие дела Божьи!» Аллилуйя! Господь живой, воскресший Иисус. Иисус, ты живой, живу тобой, воскрес наш Иисус. Иисус, ты живой, Господь живой, воскресший Иисус. Иисус, ты живой, живу тобой, воскрес наш Иисус. О-о-о-о-о, живу, чтоб славить, живу, чтоб петь тебе, Иисус. Ты зашел на крест, для меня воскрес, ты для меня воскрес. Живу, чтоб мир узнал за жизнь мою и свою отдал. Ты зажёг на крест, для меня воскрес, ты для меня воскрес. Иисус, ты живой, живу тобой, все во мне Твое. Иисус, Ты воскрес, Тебе всю честь, всю славу воздаю.
лишь ты Иисус, лишь ты Иисус, Господь наш, нет другого. Лишь ты Иисус, лишь ты Иисус, Господь наш, нет другого. Живу, чтоб славить, живу, чтоб пред тебя, Иисус, ты зашел на крест, для меня воскрес, ты для меня воскрес. Живу, чтоб мир узнал за жизнь твою и свою вода. Ты зашел на крест, для меня воскрес, ты для меня воскрес. Подобных нет тебе, защитник мой. Кто разорвал цепи страха, любовью разрушил его? Он лев из колена Иуды, давайте прославим его. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. Сомнения и страх. Он лев из колена Иуды, воссевший на небесах. Кто вновь грядет в своей славе, воскликни имя Его, Иисус. Он скоро вернется за нами во веки царства Его. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. 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 А еще раз по барабану. Скажите, кто своей вечной любовью разрушил сомнения и страх? Он лев из колена Иуды, воссевший на небесах. Кто вновь грядет в своей славе, воскликни имя Его. Иисус! Он скоро вернется за нами во веки царства Его. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. Аллилуйя, 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 Иисус
наш Господь. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя! Иисус живой! Смерть побеждена! Нам жизнь вечная дана. Иисус жив вовеки, Он живой, Он живой. Аллилуйя! Иисус живой, смерть побеждена, нам жизнь вечная дана. Иисус жив вовеки, Он живой. Победу дал Он нам и совершенную свободу. Воскрес Божий Агнец, Он живой, Он живой. Иисус Альфа и Омега, Он первый и последний. Победу дал Он нам и совершенную свободу. Воскрес Божий Агнец, Он живой, Он живой. Кто утро воскресенья, когда весь мир застыл, и ад, и глупый дьявол думал, что Иисуса победил. Но силой воскресенья потрясла земля, и Иисус воскресший воскресе. Победу дал Он нам и совершенную свободу. Воскрес Божий Агнец, Он живой, Он живой. Аллилуйя, Иисус живой. Thank you.
сердце свет померк. Любимый Божий Сын повержен. На крест и пригвожден, стекает кровь за нас. Проклятие вес понес Царь славы. Наш лежал во мраке, спустился в силу тьмы, и смерть преодолел. Власть ада навсегда разбита, и сотрясла земля.
лишь воскресший царь в славе величия. Ты наш воскресший царь. Аллилуйя! Ты победу одержал. Аллилуйя! За меня ты жив. Еще все вместе скажем аллилуйя. Аллилуйя, ты победу одержал. Аллилуйя, за меня ты жизнь отдал. Смерть не смогла.
Аллилуйя! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! Доброе утро, народ Божий! С великим праздником! Знаете, на Украине кажут Великий день. Аминь. Великий день, воистину это великий день. Победа жизни над смертью. Победа света над тьмою. Победа Господа Иисуса Христа над дьяволом, над проклятием, над грехом, над болезнями. Он, дающий жизнь. Бог в образе Иисуса Христа пришел на эту землю для того, чтобы спасти свое творение. Он взял на себя наши немощи, грехи, болезни, вознес телом своим на крест. Ранами его мы исцелились. Пророк Исаия пророчествовал о этом великом дне, который наступил 2000 лет назад. Но по сегодняшний день большая часть населения земли, может быть, в разные воскресенья, но даже в честь этого события назван день недели воскресения. Они восклицают: «Христос воскрес!» Аллилуйя! А те, которые еще, может быть, не знают Его, те, которые, может быть, еще идут вслед иных богов, живут по своей плоти, по своему разумению и думают, что не могут жить как-то вне Христа, они однажды встретятся с Ним. Они познают Его и великую силу воскресения Его. Потому что един посредник между людьми и Богом – Иисус Христос. Давайте Ему подарим большую-большую славу. Давайте поблагодарим Его. Аллилуйя! Он достоин всей славы. Слава Богу! Аминь! Он царствует. На самом деле это радостный день, счастливый день. Возьми, поприветствуй своего ближнего, обними его, скажи: слава Богу, Христос воскрес. Я рад, что ты сегодня здесь. Спасибо, прославляющий. Спасибо Господу, что мы можем праздновать этот день. Такие замечательные у нас дары, таланты, которые Бог открывает. Господи, я благодарен Богу и за наших детей, которых столько много. Значит, у нас есть будущее. Аминь. И за всех поющих, играющих, не где-то там, знаете, веселящих публику в каких-то заведениях, а прославляющих Бога. Потому что дары и таланты, они даны человеку от Бога. Аминь. Кто-то красиво рисует, кто-то красиво поет, кто-то играет, а кто-то просто добросовестно работает. Это тоже дар. Аминь. Слава Богу. И Христос воскрес. Пасха, праздник. Знаете, вот в этом и христиане, и иудеи едины. Аминь. То, что они празднуют Песах, мы празднуем Пасху, а по сути это одно и то же. Просто ветхозаветний прообраз выйти, пройти мимо. И Пасха началась, знаете, она началась не 2000 лет назад в Иерусалиме, она началась гораздо раньше, когда человечество в лице наших прародителей Адама и Евы, они поверили лжедьявола, они поверили, что они могут быть как боги без Бога. Они могут сами быть богами. Ну, по сегодняшний день такие люди тоже есть, и я, и ты. Мы были в числе таких. Верить, что мы боги без Бога. Мы сами можем устроить свою жизнь. Мы сами можем рулить. И кто-то на высоких уровнях, он думал, что можно реки вспять поворачивать. Кто-то там пониже по-своему понимал божественность. Кто-то там думал, что все, он уже звезду поймал, разом там
руководящее лицо какого-то государства, но, знаете, Бог над всем. Аминь. И Он покажет однажды, что все боги народов – ничто. Аминь. Все народы придут и склонятся перед Ним. И нет иного Бога, кроме нашего Господа, сотворившего небо, землю, видимое и невидимое. Слава Ему! Аллилуйя! И вот тогда уже Господь сказал, Бог Отец, Он сказал, что семя жены будет поражать змея в голову, несмотря на то, что наши прародители, знаете, они во все грядущие поколения посеяли это зерно греха, которое передается. И Бог смотрел на свое творение и продолжал любить и продолжал ждать. Когда пришла полнота времени, пришел Иисус Христос на эту землю. Пришел не для того, чтобы принести новый моральный закон, не для того, чтобы, знаете, принести новое религиозное течение, не для того, чтобы создать какую-то конфессию. Нет, не для этого. Иисус Христос единственный Сын Божий. Он пришел для того, чтобы взять на себя наши грехи, наши немощи, наши болезни, наши проклятия, телом своим вознести на крест, и чтобы каждый, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так говорит Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих, дабы всякий, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Люди держатся за земную жизнь, но она скоротечна. Лет наших 70, при большей крепости 80, ну, кому-то там повезет жить немножко дольше. Но в целом, вот вся жизнь. Вся жизнь. Вопрос, а что дальше? А что дальше после того? А ничего не будет. И все, вот тело мое в гроб, оттуда никто не встал. Да, но душа где будет пребывать? Где будет пребывать душа человека? Человек, который при жизни не примирился с Богом, и Библия об этом говорит, он пойдет туда, в ад. Человек, который при жизни своей, он примирился и сказал Богу «да», он пойдет в рай, вечные обители. Иисус Христос пришел для того, чтобы принести эту благую весть и своей жизнью, и своей смертью, и воскресением Он доказал величайшую любовь Божью к падшему человечеству. Он доказал, что Бог любит нас не за наши добрые дела, что Бог любит нас не за то, что мы, знаете, регулярно посещаем служение, за то, что мы стараемся давать нищим, стараемся как бы ничего не сделать плохого. Бог любит нас не поэтому, что мы стремимся быть добрыми, а Бог любит нас потому, что мы Его творение, мы дети Его. Мы сотворены по образу и подобию Ему, и подобию Его, и поэтому Он любит нас настолько сильно, мы ценны в Его глазах. И даже когда эта ценность падает в грязь, даже когда эта драгоценность, она отворачивается, плюет в небо и говорит, не нужен мне никакой Бог, я сам буду устраивать свою жизнь, Он все равно продолжает любить. Он все равно продолжает любить и ждать. Как тот отец, у которого сын однажды попросил, говорит, дай мне часть моего имения, и я хочу жить, как я хочу, и я буду сам устраивать свою жизнь. Отец, дай часть моего наследства. Я хочу правильно распорядиться. Отец, ты что-то неправильно делаешь в моей жизни, ты где-то меня ограничиваешь, ты где-то ставишь мне рамки, мне это не нравится, я свободный человек, я хочу жить, как я хочу. Отец говорит, иди, пожалуйста, живи. Живи, как ты хочешь, пожалуйста. И сын пошел, он ходил, он тратил деньги, он вел разгульную жизнь. Пока у него деньги были, у него было много друзей, его окружали самые разные люди, и ему казалось, что эта жизнь, наконец-то, он счастливый, но деньги закончились, наследство закончилось, здоровье закончилось.
стало худо. И как жить дальше? Он дошел уже до свиного корыта. И возле этого корыта, знаете, говорят, что он вспомнил, что у отца слуги едят лучше. Знаете, я не думаю, что в этот момент он уже осознал глубину своего падения. Он все равно еще жалел себя. Потому что ему все, что ему хотелось, немножко лучше свою жизнь. И даже это отец использовал. А что делал в это время отец? А отец все время стоял и ждал. Он ожидал, что сын его вернется. Я слышал одну такую историю о человеке, который попал в тюрьму, он совершил преступление, и это ужасное было преступление, и он понял, что ему никогда никто не простит, и уже когда заканчивался срок его тюремного заключения, он написал: «И если я буду проезжать в поезде через этот город, где там жил его отец, и если отец меня простил, пусть там повесит какую-то ткань. И я просто узнаю, что». И когда он приближался, поезд ехал, приближался к этому городу, когда он только приближался, знаете, вся эта улица под притяжением, она была завешена клочками ткани. И все люди стояли и говорили: «Он тебя любит». И он понял, что несмотря на его поступки, несмотря на то, что отец продолжал его любить, этот блудный сын у свиного корыта, он повернулся и сказал: «Я пойду к своему отцу». Еще когда он только шел, отец уже стоял на дороге и ждал его. Откуда он знал, когда будет возвращаться его сын? Сердце отца никогда не обманешь. Он знал, когда я вернусь к нему. Он знает, когда ты возвращаешься к нему. Он знает все. Да, он позволяет, знаете, нам побродить своими путями, но он ожидает каждого из нас. Он ожидает. И сегодня в день Пасхи я хотел бы, чтобы, может быть, здесь есть люди, которые не знают еще Иисуса, и ты еще живешь по своим уставам, по своим правилам, по своим законам. Хочу сказать тебе, тебе нужно узнать самый главный закон Вселенной. Самый главный закон Вселенной. Так возлюбил Бог этот мир. Закон Божьей любви. Вот там у нас перед зданием есть этот камень, на котором написаны 10 заповедей. И Иисус, он эти 10 заповедей он сформулировал в две, которые гласят: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя». Самый главный закон во всей вселенной – это закон Божьей любви к своему творению. И когда этот закон утверждается в сердце человека, тогда вокруг него все меняется. Нам хочется, чтобы где-то произошло, чтобы кто-то стал лучше, кто-то стал добрее, чтобы президент стал хорошим, чтобы начальство стало хорошим, чтобы там руководство стало хорошим, чтобы они стали хорошим. Хорошее желание. Но все начинается с нас. Хочешь изменить мир, измени себя. Себя изменить без Бога невозможно. Только когда мы приносим к Нему свою жизнь, и когда это блудный сын, возвращаемся и говорим: «Я виноват перед тобою, перед небом». Он снимает свою одежду и дает нам. Что такое Пасха? Пасха – это когда
жизнь торжествует над смертью. И отец говорит: сын мой пропадал и нашелся. Он был мертвым и что? Ожил. Да, это прообраз Иисуса Христа, который взял на себя, но это наш прообраз в первую очередь. Мы пропадали, мы нашлись. Он послал своего сына, чтобы мы не погибли. Поэтому мы должны помнить, что есть для нас Пасха. Мы должны помнить, что это не просто куличи, там яйца крашеные, чистые, нечистые. Короче, ну, разных много ритуалов, много всего, но это не должно закрывать главного, что Пасха – это Христос. Когда евреи были в Египте, 430 лет угнетаемые под рабством, которое усиливалось, усиливалось и усиливалось. Но было обетование Божье, что однажды Бог выведет их, потому что у Бога есть цель произвести Спасителя от этого народа. У Бога был грандиозный план, как спасти все человечество. И сказал, что от этого народа я произведу Спасителя. Если кто-то сегодня говорит, а, евреи там это. Мы должны помнить, от какого народа пришел Спаситель. Мы должны благодарить Бога. Аминь. Мы должны помнить. Признают они сегодня Иисуса Христа как Машиаха или ожидают еще Его. Ну, Он придет. Для них может быть первый раз, для нас второй раз. Ну, Он придет и для них, и для нас. Аминь. И они стенали там, они мучились. И вот Бог нашел Моисея и сказал: я хочу, чтобы ты вывел народ мой, вывел его из рабства. Но перед этим там были казни египетские, там Нил превращался в кровь, там эти лягушки везде прыгали, много казней. И в самом конце, перед тем, как должно было прийти поражение всех первенцев, Бог сказал Моисею: возьми агнца, возьмите его, закалите. Его кровью помажьте косяки дверей, и ангел-губитель пройдет мимо. Косяки дверей нашего сердца, они помазаны кровью Иисуса Христа. Его кровь, живая кровь, кровь непорочного Сына Божьего, этого агнца. Он агнец, закланный за нас. Так говорит Слово Божье. Поэтому Пасха для нас — это победа. Аминь. Это решение всех проблем. Это ответ на все вопросы. Если Христос воскрес, это значит, что смерть не властна над Ним. Пришел ангел-губитель в Египет, и там, где не были косяки дверей помазаны, там каждый первенец был умерщвлен. Смерть пришла в Египет. Господь сохранил тебя и меня для своей великой цели, чтобы мы служили Ему. Он дал нам шанс и возможность выйти из нашего Египта, вывести нас в свою обетованную землю. Он дал каждому из нас эту величайшую судьбу для того, чтобы мы могли наслаждаться общением с Ним, зная, что жизнь наша на этой земле – она посвящена Ему. И что в этой жизни мы должны сделать самый важный выбор. Кому мы будем служить? Чего ли мы будем исполнять? Кто будет являться нашим Господом? Кто будет в центре всей нашей жизни? За кем мы будем следовать? Кому мы скажем «да»? Да, Господь, вот моя жизнь, возьми ее. Потому что Твоя кровь пролита не напрасно. Потому что Ты не напрасно страдал на Голгофском кресте. Иисус прожил 33,5 года. Он ходил, у Него были ученики, Он нес Царство Божие,
Он рассказывал им о принципах Царства Божьего. Он говорил не так, как прочие учителя, которых было много. Многие учителя учили разным вещам. Но он говорил, как власть имеющий. Он воскрешал мертвых. Он открывал глаза слепым. Его слово было с властью. Он приносил Царство Божье в сердца и души людей. Когда к нему приводили женщину, взятую при любодеянии, бросали перед ним и говорили по закону Моисееву, ее нужно побить камнями, потому что она падшая женщина. Иисус говорил такие слова, которые не вмещались в сердца этих религиозных, набожных вождей. Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И это слово, оно обличало, потому что оно было с властью. Они пускали свои руки, они бросали свои камни, разворачивались, и облеченные, пристыженные шли вон. А этой женщине он сказал: «Вставай, где обвинители твои? Иди и впредь не греши». Многие из нас, может быть, были на месте, на котором была эта женщина, и слышали свой адрес: «Вот теперь вставай и впредь не греши». Обвинителей много было, разных. Говорили: «Ты то делал, это делал, и твоя жизнь». А теперь: «Да, это было, но теперь этого нет, потому что я знаю Его. Потому что тот, который протянул мне свою руку, который поднял, он сказал это с любовью. Он простил все наши грехи». Может быть, ты думаешь: «Ой, мой грех, он страшный, это просто, это невозможно, я с этим мучаюсь, я с этим страдаю, я переживаю». Нет такого греха, который Бог не мог бы простить. Нет такого греха, который бы кровь Иисуса не смогла бы омыть. Не существует. А как же тогда вот эти люди, как их тоже Бог простит? Если обратятся, простит. Если скажут: «Прости», мы готовы, чтобы нас Бог простил, но мы иногда думаем: «Господи, и что, этих врагов ты тоже можешь простить?» Может. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Мы на земле здесь меряем свои и чужие, друзья, враги, а для Него мы все дети. Аминь. Для Него мы все Его дети. Он наш Отец. Поэтому не надо думать, что там с ними будет и как с ними будет. Мы должны задумываться о своей жизни. Куда направлена моя жизнь? Какому Богу я хочу верить? И пусть мое христианство не будет, знаете, декорацией для людей, для успокоения собственной совести. Пусть мое христианство будет настоящей благодарностью и выражением любви к тому, кто уже выразил свою любовь ко мне, кто уже сделал дело любви. Он не просто сказал: «Я люблю». Он делом доказал свою любовь. Когда мы были еще грешниками, Бог уже любил нас. И когда Он висел на кресте, знаете, люди кричали: «Ты не нужен нам, нам нужен Варавва, потому что это свой, это понятно, хоть и бандит, но свой, Варавву отпусти, Христа распни». Они кричали, потому что слова Иисуса их обличали, они не хотели это принимать, им нравилось жить своей жизнью, и толпа кричала. Хотя перед этим они восклицали: «Осанна». Перед этим они постилали пальмовые ветви, свои одежды ему под ноги. Перед этим они радовались, они ожидали, что вот грядет царь иудейский, вот. А он оказался не таким, потому что он царство свое не приносит в какую-то отдельную страну, на какую-то отдельную территорию. Он приносит свое царство на самую большую территорию, территорию наших сердец.
Он хочет принести свое царство. Царство, мир свой, покой свой, радость, праведность во Святом Духе. Он хочет принести, чтобы вот там внутри уже никто не мог похитить его. Ты можешь жить посреди бури, ты можешь жить в самой сумасшедшей обстановке. Но внутри тебе покой. Когда Иисус с учениками плыл в лодке по озеру, и началась буря, начался шторм, и они все были в панике, они переживали. Он лежал себе на возглавии и спокойно спал. Почему? Потому что царство было внутри его. Они были спокойны, пока было море спокойно. Иногда мы такие спокойные, пока все спокойно, но когда все вокруг, мы теряем мир, мы готовы обвинять друг друга, мы готовы находить виноватых, почему у нас так произошло, мы готовы весь мир сделать виноватым, мы готовы искать, в чем же причина, но только не в себе. Но когда мир внутри нас, мы понимаем, что это самое важное и самое ценное. Иисус сказал своим ученикам: «Мир мой, не так, как этот мир дает, я даю вам». Братья и сестры, пусть Пасха принесет в наши сердца мир. Мир Божий. Пусть эта Пасха принесет мир в нашу страну. Пусть она принесет мир. Пусть закончится всякая вражда. Все земные войны – это результат войны человека с Богом. Это результат того, что люди не хотят послушать Его. Но мы верим, что блажен народ Украины, у которого есть Господь Бог. Аминь. Что из этих обстоятельств наш народ выйдет в победе. Люди, которые чтут Господа, пусть, может быть, еще не совсем, каждый по-разному, кто-то понимает, что Пасха – это там разные вещи, крашенки там, и все остальное, но все равно мало-помалу, шаг за шагом, Бог будет менять нашу страну, наши сердца, наш народ. Аминь. Люди, чтущие Господа, они усилятся и будут действовать. Аминь. Правда Божья восторжествует. Пусть Бог благословит нас. Пусть это живое слово, и как написано в Евангелии Иоанна, в первой главе, в начале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы сотворены с вами, дорогие братья и сестры, по образу этого слова, по образу Христа. И Пасха Христова – это есть утверждение этого в нашей жизни. Аминь. Мы сотворены слово по образу Божьего Слова. Поэтому Бог так возлюбил нас. Люди думали: вот как же ты, когда Он висел на кресте, как же ты других спасал, а себя спасти не можешь? Кому-то казалось, что все это конец. Ученики думали: конец всех наших надежд. Мы Ему верили, мы надеялись, мы думали, было что, а Он вот и умер. Он висел на кресте между двух разбойников, один из которых кричал и проклинал его, а другой сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие свое». Иисус ему сказал: «Ныне со мной ты будешь в раю». Ныне. Понимаете, может, последнее мгновение перед самой смертью человек призывает Бога, он получает спасение. Самые разные пути, самые разные возможности Бог открывает для людей. Шанс есть для каждого человека. Иногда ты думаешь: для меня нет шанса. Иногда ты думаешь: а как же тот человек? Для каждого человека есть шанс. Аминь. Есть шанс. Может быть, для кого-то сегодня шанс покаяться и примириться, сказать Богу: «Помяни меня,
Вот примириться с Ним и сказать: Господи, Господи, вспомни меня, я здесь. Прости мои грехи. Для кого-то шанс. Однажды я, после того, когда я несколько раз пришел на служение, я сидел, там мне все не нравилось, все неправильное, все нетрадиционное, все не такое. Однажды я понял, что это мой шанс, что этот день – это день моего шанса. Я почему-то понял, я почему-то какие-то мысли пришли ко мне, они стали меня будоражить. Я еще не был на служении, служение было вечером, и я просто, вот у меня внутри что-то, это день моего шанса, я должен в этот день покаяться. Я должен в этот день примириться с Богом. Почему-то, знаете, передо мной как преисподняя открылась. Ужас того, что я могу уйти в ад. Ужас того, что я могу не примириться с Богом. Я признавал факт существования Бога. Я не был отъявленным атеистом. Но я был грешным человеком. Я знал, что это день моего шанса. И я с нетерпением пошел в тот день на служение. И ждал, когда проповедник скажет, кто хочет покаяться. Я не помню ни проповедь, ничего не помню. Но я помню тот день, что я бежал. Я хотел. И реально, знаете, наверное, 1000 тонн упали с моей души. 1000 тонн какого-то груза, которые висели. Да, еще там память, она там пыталась что-то воспроизводить, но уже было бесполезно. Жизнь Христова вошла в меня. Я стал новым творением. Я делал ошибки, я еще делал какие-то промахи, но уже жизнь Христова, она наступала и побеждала. Я сказал Богу «да», я сказал Богу «все, моя жизнь, вот моя жизнь, можешь ты что-то с ней сделать, сделай». И Бог начал это делать. Шаг за шагом, шаг за шагом. 23 года назад Бог сотворил чудо в моей жизни. Слава Ему! Аллилуйя! Пасха Христова, воскресение – это не где-то, это здесь. Аминь! Рядом с тобой сидят воскресшие. Такие же, ты воскресший в свое время – Бог воскресил тебя. Бог воскресил всех нас. Иисуса сняли с креста. Его положили в гроб новенький. И думали, тема закрыта. Поставили стражу, чтобы, как они думали, никто не украл тело. Какая стража может удержать? И в третий день он воскрес. Камень с грохотом отвалился. Это такие пещеры, которые закрывались круглыми камнями. Они весили много-много-много килограмм. Может быть, тонну. Кто был в Иерусалиме, кто был в Израиле, вы могли это видеть. Мы были на двух Голгофах. Знаете, парадокс. В Иерусалиме есть две Голгофы. Да. Одна православная, другая протестантская. А где настоящая, по сути, наверное, не та правильная. Но суть не в том. Мы не привязываемся к месту. Мы не собираемся обоготворять место. И на том и на том написано, что вы ищете живого среди мертвых, его там нет. Он воскрес. Христос воскрес. Аминь. И в третий день ангел пришел, отвалил камень. И остались только пелены лежащие. Прибежала Мария. Смотрит. Садовник ходит. А это не садовник. Это воскресший Христос. Аминь. Он воскрес. Аллилуйя. Он вышел из гроба. Он победил смерть.
Он первенец из мертвых. И если Он воскрес, то не тщетна вера наша. Аминь. И Он, если Он обещал, что Он воскресит и нас, Он уже воскресил нас для новой жизни. Мы знаем, даже когда наша земная жизнь закончится, мы не пойдем вниз, мы не пойдем в преисподнюю, мы пойдем к небу. Аминь. Потому что Он воскресил нас. Бог даст новые тела, Бог даст нам все новое. Это будет новая жизнь, вечная жизнь, для которой мы были рождены, для которой Бог издревле предназначил всех нас. Он пометил тебя для этой жизни. И я думаю, что Иисус пришел для того, чтобы мы приняли Его. Чтобы дать нам власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Так написано в послании Иоанна. Чтобы мы приняли Его. И мы молимся о том, чтобы Христа приняли все люди на этой земле. Чтобы Его приняли и знатные, и незнатные, богатые, бедные, мужчины и женщины, молодые, пожилые, чтобы Его приняли, чтобы они приняли эту власть от Него, называться и быть детьми Божьими. Аллилуйя! Господь, благослови! Мы молимся сейчас о том, чтобы в нашей стране, в нашем городе люди приняли Тебя. Ты пришел. Господь, благослови. Пусть раскроются сердца. Пусть произойдет это великое чудо рождения. Чтобы они стали детьми Твоими, которые рождены не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Тебя родились. Как однажды Ты возродил нас силой Своего воскресения, мы ходатайствуем за них во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Боже, благослови! Благослови Ты, сердцеведец, Ты знаешь все помыслы, все желания, Господи, Твое прикосновение, Твоя работа в наших сердцах, пусть совершится Пасха, пусть совершится этот выход из рабства греха, пусть совершится эта победа жизни над всем смертным. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе. Возвеличим Твое великое и святое имя, ибо Ты есть Бог. Боже, я прошу Тебя, прямо сейчас, Духом Святым и силой Твоею, Ты призывающий. Никто не может прийти к Отцу, кого не призовет. Боже, призывай тех, которые нуждаются. Призывай, Господь, тех, которые приготовлены Тобою к Твоему спасению, к принятию жизни, к победе над всем смертным. Господи, прикоснись. Аллилуйя, аллилуйя. Пусть всякая власть тьмы, она будет остановлена и разрушена. Пусть всякие замыслы врага, они будут уничтожены во имя Иисуса Христа. Твоя жизнь, Господь, побеждающая жизнь, Твой
побеждающий свет, да воссияет в сердцах и умах людей. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся сейчас. Давайте мы поднимемся, и я хотел бы предложить тем людям, которые хотели бы принять Божью жизнь, которые хотели бы сказать Богу «да», совершить сейчас эту молитву. И, знаете, все совершается по вере нашей. По вере. Слово Божие говорит, что верой оставляя Египет, верой совершали Пасху. Верой. Без веры Богу угодить невозможно. Все совершается по нашей вере. Если ты веришь, что Господь на кресте умер за тебя, если ты веришь, что Он пролил свою кровь за тебя, если ты веришь, что сейчас Бог хочет простить тебя, в Библии написано о том, что если мы будем исповедовать, а сердцем веровать, то спасемся. И сегодня я думаю, что есть шанс, есть возможность для кого-то прежде всего примириться с Богом. Прежде чем мы приступим к вечере Господней, прежде чем мы будем совершать завет, совершать эту Пасху, вкушать хлеб и вино, я хотел бы, чтобы прежде всего совершилась эта молитва, молитва покаяния. Если такие люди есть, которые хотели бы молиться этой молитвой, поднимите свою руку там, где вы находитесь. Кто хотел бы примириться с Богом, кто хотел бы принять Его жизнь, просто там, где стоите, поднимите свою руку, чтобы мы знали, что вы здесь, и мы могли молиться вместе с вами. Поднимите свою руку. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Может, кто-то еще? Смелее. Знаете, грешить надо стесняться, бояться, а каяться никогда не надо стесняться. Я знаю, что покаянию идут только смелые люди. Аллилуйя. Просто стойте с поднятой рукой, и кто-то пусть рядом положит свою руку, мы будем молиться. И вместе со мной повторяйте эту молитву. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, как грешник, во имя Иисуса Христа. Прости все мои грехи, и тайные, и явные, все мои грехи прости. Я не хочу больше грешить. Я не хочу быть под властью дьявола. И я прошу Тебя, помилуй меня. Дорогой Иисус, я признаю Тебя своим Господом и Спасителем. Я признаю, что ради меня Ты умер на Голгофском кресте и воскрес для моего оправдания. И верою я принимаю свое прощение и обещаю Тебе свою любовь и свою верность. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Если вы искренне молились этой молитвой, верой примите Божье прощение. Аллилуйя. Слава Богу. Когда закончится служение, не убегайте. И те, кто молились, пожалуйста, мы хотели бы с вами встретиться, дать вам небольшие подарки и послужить вам. Сейчас, братья, пожалуйста, вы придите, пока возьмите. Я открою место Писания, Луки 22 главу. И мы прочитаем, как совершал Пасху Иисус Христос вместе со своими учениками. Мы знаем, что перед тем, как Иисуса Христа схватили, как Его подвергли мучениям, страданиям. Он собрал своих учеников и говорит, нам нужно совершить Пасху. Нам нужно совершить эту вечерю вместе. И все это было как обычно, традиционно. Совершается в еврейском народе. Вспоминание
о тех далеких событиях, когда они выходили из Египта. И там много символов, там много в этой вечере обозначений. И в этой вечере что-то было особенное. Настал же день опресноков, который надлежало, 7 стиха, надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказал: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте“». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем“. И взял чашу, и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“. И взял хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, говоря: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается“. Аллилуйя. Смотрите, Иисус сказал ученикам своим: пойдите. Куда пойдите? Увидите человека, который несет воду, и за ним следуйте. Следуйте за теми людьми, которые несут воду жизни, воду Слова Божьего. Аминь. Не следуйте за различными философиями, учениями, следуйте за живой водой, водой жизни. Они пошли, а там уже все приготовлено. Знаете, есть люди, которым Бог что-то говорит, и иногда ты не понимаешь, для чего. Он, человек, приготовил эту горницу. И тут приходят и говорят: „Учитель сказал, что мы у тебя будем делать Пасху“. И, как обычно, они вкушали все. И тут Иисус взял чашу. Взял чашу и говорит: „Сия чаша, чаша крови“. Потом он взял хлеб и сказал: „Это есть тело мое, которое ломимое за вас“. До того это были опресноки, это была чаша. Это все было, знаете, как обычно, традиционно. А вдруг он говорит: „Это новый завет. Это новый договор, который Бог заключает с человеком. И в этом договоре Бог забирает на себя наши проклятия, наши болезни, наши страдания, а взамен нам дает вечную жизнь, взамен нам дает мир, взамен нам дает покой, взамен нам дает радость. Это договор, новый договор. Это Пасха. И сегодня, совершая это причастие, совершая эту трапезу Господню, мы утверждаем этот договор, вспоминая, что тело Его ломимо было за нас на кресте, вспоминая о том, что Его кровь, она была пролита, и ранами Его мы исцелились. Мы принимаем этот завет и утверждаем, что мы в завете с Богом. Он заключил с нами завет, а мы верой принимаем Его в согласии в своем сердце. Аминь.
Слава Иисусу Христу! Господь, благослови каждого, кто будет вкушать. Боже, я прошу, благослови моих братьев, сестер благослови. Господи, благослови вкушение тела Твоего. Боже, благослови во имя Иисуса Христа плоть Сына Божьего, ломимая за нас, преломленная плоть, совершенная победа жизни над всем смертным. Господь, благодарим Тебя за чашу, благодарим Тебя за святую кровь. Боже, благодарим Тебя, что мы можем быть причастниками Твоего естества и утверждать победу жизни над всем смертным во имя Иисуса Христа. Аминь. Долороса на Голгофу по пути к месту казни толпы жаждали пройти. И солдаты расчищали дорогу скорби, грусти и тоски. Кровь текла струёю алой осуждённого на смерть, раздирал венец терновый кости твердь, и презренье нёс он тех, кто кричал, что совершил он смертный грех. Виа Долороса до холма на всем пути, капли крови будто маки расцвели. Но он выбрал ту дорогу, чтобы открыть нам небеса. Шел Христос по Долороса за меня и за тебя. Он молчал, он был спокоен, хоть устал и изнемог. Так молчать в смиренье полном мог лишь Бог. Не клеймил он палачей, но с любовью смотрел он на людей. А Виа Долороса до холма на всем пути капли крови будто маки расцвели. И он выбрал ту дорогу, чтобы открыть нам небе. Шел Христос по Долороса за меня и за тебя. А солнце палит, и небо молчит, оставлен Сын Божий самим. Капли крови будто маки расцвели. Он выбрал ту дорогу, чтобы открыть нам небеса.
Долороса за меня и за тебя. Шел Христос по Долороса за меня и за тебя. Осознать то, что сделал Христос. В доме плача я жил и проклятие нес, но увидел открытую дверь пред собой, и услышал я голос: ты свободен, сын мой. Взял мой грех на себя, крест мой смертный понес, принял боль, принял смерть от таких же, как я, но страдая любил, умирая прощал. Нету больше любви, чем явил нам Христос. Нету жертвы сильней, чем Его святая кровь. Ты, Господь, исцелил мою душу от слез, и в пронзенных руках мне спасенье принес, и в пронзенных руках мне спасенье принес. Спаситель Иисус, воскресший Господь, спасибо тебе, спасибо тебе, Спаситель Иисус, воскресший Господь. Спаситель Иисус, воскресший Господь, спасибо тебе, спасибо тебе, Спаситель Иисус, воскресший Господь, спасибо. Thank you.
для всех заблудших душ. Пусть любовь Божья укажет дорогу. Аллилуйя. Слава Богу. Еще раз всех с праздником Пасхи. Давайте верить в то, что сила Божия воскресения, она сильнее всего смертного. Аминь. Смерть будет побеждена. Это в самом деле так. Мы не под смертью. Мы Божьей жизнью. Аллилуйя. Слава Богу. И этим мне хотелось бы помолиться сейчас за одного человека, если он не против, за Николая. Можно за вас помолиться? Можно вас пригласить? Но он уже стал братом нашим, да? И в его лице... Можно? Сюда можно прийти, да? И в его лице мы помолимся за всех воинов, которые на фронте. Аминь. Знаете, прогнозов много разных. И можно услышать самые там ужасные. Но мы должны верить тому, что состоится определенное Господом. Украина будет целостная, Украина будет свободная и независимая. Аминь. И такие люди, вот как Николай, и сегодня Господь спас его. Он принял Христа как своего Спасителя. Они стоят там. И они делают большую-большую работу. И знаете, они как спасители для кого-то отдают свою жизнь, сохраняя чьи-то, наши жизни. Они свои жизни отдают. Сколько безымянных воинов там погибло, и никто не знает. Многих из них могилы. Но я знаю, что у Господа пишется памятная книга. И Господь всех помнит. И всех знает. И тех людей, которые защищали свою землю. Тех людей, которые защищали свой народ, своих матерей, жен, детей. Он особенно благословит. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы молимся за нашего брата Николая, в его лице, за все наши вооруженные силы, за тех воинов, которые на передовой, которые служат, которые стоят в проломе за нашу землю. Лихая година пришла, враг ополчился, враг душ человеческий возбудил распрю на наш народ. Господи, но мы знаем, что Твоя побеждающая сила, Твоя кровь с Голгофского креста способна остановить все. Боже, благослови, дай ему мудрости, дай Господь им силы, Твою защиту сверхъестественную в самых отчаянных обстоятельствах. Господь, Ты явишь свои чудо, Ты защитишь. Боже, благослови, пусть придет победа, торжество жизни над всем смертным. Аминь. Большое-большое спасибо, Николай. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Вы потом можете подойти лично, поблагодарить. Расскажите, как вас принимали. Вот там, где будете, расскажите всем о великом Боге, который совершает чудеса. И пусть там все спасаются. Аллилуйя. Потом можете лично подойти, поблагодарить. В самом деле мы должны иметь благодарное сердце.
мы должны мыслить не категориями средств массовой информации, мы должны мыслить Божьими категориями. Мы должны слушать свое сердце. Мы должны понимать, что в сердце Бога находится. Аминь. Слава Иисусу.